Чтение Деяний святых апостолов, 15 апреля 2017 год. Я, открывшийся головой в глаз, нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили по имени всем никому из людей. И призвал их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели в Бога. Мы не можем не говорить то, что вы видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее.